И снова здравствуйте, всем привет. Итак, для следующей сцены, где персонаж, значит, будет заходить в таверну, или как называется, постоялый двор, где будет его ставить на постой, там есть ступеньки, есть, значит, какие-то подъемы, есть зал, и вот нужно сделать анимацию, где его, значит, хозяйка этой таверны ведет, значит, показать ему его комнату. Так, там присутствует, значит, анимация подъема по ступенькам. Давайте посмотрим, как это все дело можно сделать. Так, удалим, значит, осла. Что сделаем? Выберем нашего персонажа, Кости. Зайдем в Pose Mode, нажмем Alt-G, Alt-R. Так, пардонте, английская А, Alt-G, Alt-R. Все, вот у нас получился персонаж. Давайте его в базовую сохраним, удалим ненужные, значит, ему анимашки и переведем первую анимацию G на нулевой или на, значит, на предыдущий, на минусовый кадр, чтобы он был базовый. Так, смотрим, тройка на нападе и видим, что у нас глаза, значит, вышли, не вопрос. Давайте немножко помучаемся с этим делом. Вернем ему глаза назад. Смотрим, чтобы глаза были правильно посажены, чтобы потом меньше было мозгоё переделок. Ну и шляпу давайте ему припустим. Так, есть такое дело. Все, вот у нас базовая поза А. И делаем, переписываем первый кадр. Так, что у нас тут еще присутствует? У нас присутствуют шипкеи. Выбираем, значит, Object Mode, выбираем шмотки и удаляем шипкеи для тех вещей, которые, значит, изменялись, преобразовывались, да? Ну все, в принципе, думаю, здесь ничего такого не будет. Так, вот минус, что я не увидел у него, где у него зубы. Ну, нет зубов, нет проблем, как говорится. Ладно, не суть вопроса. Это все будет делаться, добавляться при доработках, потом при шлифовке каких-то анимаций. Где-то что-то пойдет не так. Где-то вот, кто смотрит канал, вылазит рубашка, допустим, со спины где-то здесь. Там штаны как-то, возможно, где-то будут проваливаться. Это все будет убираться, ликвидироваться. Уже когда будет шлифоваться каждая сцена. Так, что нам нужно сделать? Нам нужна локация, где будет делаться анимация, значит, подъема. Сейчас давайте рассмотрим первый вариант, ну, как бы говорится, самый долгий. И второй вариант, более такой быстрый. Так, значит, сохраним этот файл. Так, надеюсь, я его не сохранил, да? Save As. Это будет сцена Герой Запада, сцена в салуне. Все, сохранили, все, зашибись. Опять же, вот каждый раз смотрите, будьте внимательны, чтобы не перезаписать какой-то файл, потому что он исчезнет и потом будет кака. Так, давайте посмотрим, open, откроем, проверю. Вот, видите, он остался. Это значит, где он стоит у нас. В пустыне. Все нормально. Значит, возвращаемся на другой файл. Герой Запада. Так, пардоньте. Файл open. Герой Запада. Сцена в салуне. Так, им линкуем сюда комнату. Так, это у нас, так, коровы, кресла, курицы, комната промышленника, вот она. Для богача, комната линковка бандитов. Так, это комната промышленника, да? А нам нужно салон. Икалемене опере.
Так, салун, салун мой, вот он. Линкуем коллекцию. Ждем. Так, текстуры потом подключатся. Значит, у нас присутствует комната, присутствует персонаж. Так, чтобы удобнее, значит, было, а налинкованное, видите, вот будет теперь неудобно, потому что у нас присутствует крыша, я не смогу посмотреть сверху, я не смогу посмотреть с боков. Значит, что нужно сделать? Файл open, открыть эту комнату и подготовить ее просто под анимацию. Еще один файл. Don't save. Так, это у нас, значит, опять же, вот долгая песня, вот это все находить. Больше времени тратится на поиск каких-то файлов. Очень много времени уходит. Так, Nicolemene. OPRST. Так, подготовим, уберем, значит, потолки, уберем люстру, ну, все, что нам, в принципе, не понадобится. Вот, столы нам тоже не понадобятся, они будут занимать, значит, вес, бутылки, там, вот, двери какие-то можно убрать, вот, стены тоже можно поубирать. Delete, delete, оставим только одну часть пола. Ну вот, вот эти, как говорится, долой. Это тоже делит долой. И что-то там еще дверь осталась, долой. Стул тоже зачесался, долой. Так, 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 так. Ну и окна. В принципе, свет весь можно тоже удалить, потому что он нам не понадобится. Так, здесь еще вот остались бутылки, кружки. В принципе, все. Вот с этого дела мы будем делать, на этой базе делать походку. Файл, значит, save as, это значит для удаления салон внутри для походки, а не для подъема. По лестнице, чтобы понятно было. Удалить. Зачем я пишу удалить? Чтобы знать, что этот файл, значит, не участвует ни в каких сценах, а только для каких-то подготовки анимаций. Так, теперь файл open герой Запада, сцена в салуне. Файл link. Так, тут уже не прокатит. Салон мой. Вот эту длинную мы коллекцию засобачим. Вот у нас теперь получилась, значит, одна лестница. Тут какие-то еще метки. Ну, все равно это будет удаляться. Так, теперь нам нужно подготовить именно сам размер. Вот персонажа под эти вот, значит, анимации. Семерка на нампаде. Смотрим, как удобнее, чтобы персонаж, допустим, шел вперед. Ну, значит, нужно перекрутить нашу вот эту лестницу вперед и подвести к персонажу поближе. Так, тройка на нампаде. Вот будет делать удобно, значит, анимацию. Значит, здесь, если он встанет, так, я думаю, что он большеватый. Вот, давайте еще его поменьше сделаем. И поближе подведем к ступеням. Файл пока, это значит, сохраняем сцена салуни. Так, вот это empty отвечает, значит, за нашу вот эту вот лестницу. Так, 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 так. И теперь нам нужно сделать анимацию этому персонажу. Выбираем кости, заходим в Pose Mode,
И тут все, как говорится, по-простому делаем. Да? Так, вот эту штуку мы не передвинем, ну ладно. Так, поднимаем персонажу, значит, ногу. Так, это нужны нам 5 и 10 кадры. Колесико крутим. N-панель. Скринкаст кей. И, значит, с какой ноги он пойдет, чтобы, ну, так, нормально, да? Так, давайте тройку на нампаде. На полу, чтобы он точно стоял. Значит, G. На пятом, значит, поднимаем ногу. Так. И прописываем. Так, так, так. Так, вот здесь еще руки. Давайте сразу чуть-чуть R перекрутим, расслабим G. И эту тоже подтянем. R там перекрутим. Нормально. Прописываем А и нормально. Пятый кадр. Десятый кадр. Так, десятый. R. Перекручиваем ногу. Даже нет, R. Здесь мы уже... Ну да, давайте R ногу перекрутим. Поставим ее на нашу вот эту штуку. Пропишем И, А, И. И, значит, на 11 кадре это дело, значит, R доведем. А, И. Так, смотрим, что получилось. Вот он поставил ногу. Так, ну, видите, что вторая нога у нас не работает. Значит, когда он поднимает ногу, значит, пускай чуть-чуть он так, оп, присядет. А, И, переписка. Потом на 10 кадре, так, да, на 10 кадре G, он идет вперед. И, значит, перекручивается семерка на нампаде R в сторону, значит, вот этой нашей ноги. Так, теперь рука у него G уходит вперед, и эта рука тоже как бы, ну, R вперед. А, И. Тогда у тазовой кости 10 кадр можно удалить. Что получается? Так. Почему-то... Так, а ну-ка. А, тогда и на 10 кадре давайте руки удалим. Анимации, положение рук. Вот так. Во. Так, на 10 кадре он тут ногу ставит. Значит, когда он ставит ногу, давайте вот эту ногу G подведем вот так кверху. Так, пишем А, И, переписываем 11 кадр. Так, ну 10 тогда пробуем полностью удалить. Нет, вот нету того кайфа, да? Значит так, G тоже вот так приподнимем и пропишем. О. Нормально. Так, что нам еще нужно? Нам нужно теперь, смотрите, на 15 кадре мы этого персонажа G вытягиваем, поднимаем, и вот эту ногу G вот так вот делаем. Так, теперь, значит, мы его чуть-чуть, значит, вперед, чуть-чуть расслабляем ему ногу, уводится он на энту ногу, а энта нога, ну, поближе сюда. Нормально будет. Теперь, значит, руки у него тоже двинулись. И с руками потом позже пошлифуемся, как бы говорят, да? Сначала делаем ноги, потом шлифуем руки. Так, это значит G. Это значит G. И вот он, видите, наклонен как бы, ну, ровно, да, ну,
когда человек по ступенькам поднимается, он все равно как-то баланс держит, да? У него как-то он все равно, так, все равно он как бы должен быть, как его называется, присогнутым, во. И смотреть, допустим, под ноги, вот, пусть под ноги смотрит, а, и прописка. Вот уже получился, значит, кадр подъема. На 20-м кадре что мы делаем? Мы ставим вот эту ногу вот сюда, да? И, значит, выбираем сразу руки с тазом. И тогда его тянем вперед. Вот так. А эту ногу тогда G приподнимаем. А, и прописка. Вот у нас, вот он раз, стал, стал. И вот этот принцип держим до площадки. Давайте 25-й, потому что здесь путь не прокатит. Видите, он сейчас поднимается, а потом он должен пройти и потом опять подняться. Но когда он будет по тем ступенькам подниматься, мы копируем вот эти кадры и там просто его попереставим. Нам нужно сделать вот этот путь с поворотом. Потом эти кости мы сможем накладывать, значит, прописывать вот эту анимацию другим персонажам, у кого такие же кости миксамовские. Ну а там по телосложению, у кого нормально примет, у кого не примет. Ну, у Мастерсона, у Шерифа точно не примет. Так. Еще какая штука. Значит, вот здесь мы можем прописывать, но мы можем еще выбрать все вот эти кадры, перетащить их сюда и просто передвинуть персонажа. Это как побыстрее будет, да? Но можем дальше писать. Вот 20-й кадр у нас есть. Сейчас я могу выбрать, опять же, руки. И, допустим, вот я сейчас его опять поднимаю. Так, допустим, да? Так, эту штуку... G. Опускаю. Так, тут у нас G. Так, а ну-ка. Вот. G расслабляю. И увожу на, этот, на эту ногу. Раз стала эта нога, тогда семерка на нампаде. Здесь у нас уже перекручивается тело в эту сторону. Вот. К ноге. Так. А эта нога у нас G поднимается. Так вот. Раз. Alt G, Alt R. Так. Так, и что мы видим, что нога у нас не там, а должна быть прям конкретно на ступеньке. Это тоже моменты. Смотрим. Ну, можно чуть-чуть, да, вот так вот. Раз. Ступеньки узковатые. Так, опять же, по коленям можно тут смотреть, чтобы колени чуть в разлет были. Руки потом пропишутся. А, и прописка. Значит, здесь у нас подъем, подъем. И на 30-м, значит, тройка на нампаде, G. Нога ставится сюда. Так, так, так. R переставляется G. Потом на один кадр будем делать ему движуху, да? Так, ну пока как бы так будет. Ну, опять же, смотрим, чтобы нога сильно в ступеньку, видите, не заваливалась. Чтобы потом это дело не переделывать. Так, это значит назад возвращаем ногу. Здесь нога уже чуть-чуть приподнимается. Так, здесь у нас персонаж с кистями руки уходит вперед на ногу. Так, и здесь он уже перекручивается, значит, семерка на нападе. Вот в эту сторону. А, и прописка.
Ну вот у нас персонаж тут. Ходит. Так, что тут? Здесь он с топором стоит, а здесь у него что получается? Ну правильно, здесь подъем. Так, это получается Alt-G, Alt-R. Так, тройка на нампаде. Ну, в принципе, нормально, да? Как здесь, чтобы видно было, как он ногу ставит, можно вот, повторюсь, вот раз вот так. И прописать И. По-моему, шлеп. Вот он. Идет такой пришлепок. Потом здесь идет так, давайте тут еще на 19 R G поставим ногу и пропишем И. Так, тогда здесь delete и ставим R. Прописываем И, только ногу. Так, здесь тогда ее можно чуть повыше поднять. Ну вот тоже нормально, так раз. Здесь тогда, ну тут она и прописана, в принципе, так же, да? Так, чуть-чуть ее сюда. Ну вот такая, значит, система. Значит, теперь что? Как ускорить это дело? У нас осталось ровно еще столько же ступенек, да? Тройка на нампаде. Выбираем английскую А. Выбираем наши вот эти кадры. Так, на первом И прописка. И выбираем все вот эти кадры А. Вот эти Shift-D и переводим на 35. 35 у нас вот мертвый, да, вот этот кадр. Вот его видно. Значит, что делаем? Если мы его удалим, delete. Так, выбираем 35, это будет G, вот этот кадр. И смотрим, на 30 он находится в позе на какую ногу? На левую. Вот как раз у нас левая нога. Но он уже готов приподняться. Получается 30-й кадр. Здесь мы его приподнимаем. 35-й нам тоже не понадобится. Нам понадобятся вот эти все кадры. Это значит G передвигаем на 35-й. Смотрим. Так, тройка на нампаде и фиксируем. Вот можно нарисовать. Значит, где у него тут нога. Так, значит, выбираем вот этот кадр. Смотрим Move, приподнимаем. Так, Ctrl-Z. Здесь мы уже работаем площадкой. Потому что анимация прописана, и площадка только root-кость переносит нашу вот эту штукенцию. Так, прописываем. Так. И следующий кадр поднимаем. Даже можно следующий удалить, потом его допишем. Так, раз.
И следом он поднимается на ногу. Поднимаем его сюда же и переводим на нашу вот эту ступеньку. Смотрим, чтобы все нормально, никто никуда не пропадал, не западал. Прописываем и площадку только. Так, смотрим. Ну, а ну-ка. Не. Что-то вот так будет. Наверное, его большеватым сделал. Ну, по перилам, в принципе, по росту. А ну-ка, на первом кадре, ну, в принципе, что? Вот она, лестница. Там под лестницей, или как ее там называют. Ну, в принципе, если что, его можно и уменьшить. Но он все равно попадет по анимации под кадры. Сейчас все это дело посмотрим. Ну, раньше так и делали. Что, прям очень много материала было. Даже если мы его уменьшим, ничего не изменится. Так, раз, все, он пошел. Следующий, он поднимается. Так, оп. Вот так. И прописка. Вот, чуть-чуть скольжение есть, видите? Это скольжение нужно нам убрать. Так, вот эта штука. Вот так вот. Во. Убирается. И теперь получается, что он становится на левую ногу. И значит, нам нужно теперь вот эту штуку поднять до левой ноги, вот на эту ступеньку. Оп, и поднимаем нормально, чтобы он на ступеньке стоял. Прописываем и. Так, приподнимаем. Так, и следующий кадр. Наш персонаж, а ну-ка, где он тут находится? Все, нашему персонажу осталась последняя ступенька. Мы его приподнимаем. Тройка на нампаде. Подгоняем под нашу ступеньку. Немножко опускаем до нашей лестницы, чтобы нога стояла именно на ней. Так, вот так. Прописываем и. Так, 30-й кадр. Так, получается, 34-й нам тогда не нужен. Не понял. Так. Прописка и. О, тогда вот эти все кадры G на 35-й. Тогда нам 35-й не понадобится. А ну-ка. А ну-ка, G.
Так, тройка. Смотрим, что за фигня. Так, переписываем по кадровку. Опа, не понял, тогда этот свой кадр не нужен, а ну-ка, джи. Левая нога. Так, Ctrl-Z, что-то я тут протупил. А ну-ка, все назад. Две ступеньки проход был. Так, вот это тогда G. А, вон оно чё. Чёрт меня дернул, да? Площадка-то понятна. А ну-ка, А. Так, вот это... 35-й делит. 40-й делит, и это тоже делит. А ну-ка. Так, 35-й тогда делит. И все переносим G на 35-й. Так, здесь у нас пошла работать площадка. И значит, из-за площадки получается у нас скольжение. Вот это скольжение, вот этот провал ноги нужно устранить. Да, есть такая штука, что когда начинаешь перепрописывать, значит, анимации, начинаются вот эти вот ползания каких-то, значит, кадров. Вот видите, дергание пошло. Почему? Потому что нога здесь находится выше, а тут, видите, ниже. Но это не проблема. Получается, что у нас тут? Ну, в принципе, нога нормально стоит, да? Нет, сильно ввалена. Выше ее поднимем и тогда, значит, здесь уже на родных кадрах мы ногу просто приподнимем и немножко перепишем. Так, а здесь уже площадка у нас пошла, что тройка на нампаде. Мы ее чуть-чуть припускаем. Вот видите, сейчас покажу вам поближе. Вот она. Вот из-за этих двух кадров теперь будет прыгание. И эти кадры нужно
чуть ли не каждый поправлять, потому что у нас не хочет здесь стыковаться. Вот раз и пошло скольжение. Ликвидируем скольжение с переносом вот этой площадки. Один кадр ликвидируем. А этот кадр приподнимаем. И ну, в принципе, чем? Для анимации он поднялся. Тын-тын-тын, тын-тын-тын. Потом прописываются руки. Так, видите, я начал стыковать, переносить анимации. И вот у меня чуть-чуть дольше получилось. Я бы так бы потихоньку ее быстрее бы дописал, нежели я вот это вот запутался в этих кадрах и вот это вот скольжение убирал. Так что тут как поглядеть. Так, 55-й кадр. Быстрее ли это или нет? Так, здесь у него, значит, G, нога впереди. Так, вот что-то руки у него тут отошли. Так, теперь выбираем руки. И нашего персонажа G приподнимаем. Приподнимаем ему тройка на нампаде вот эту вот ногу. И уводим вот так к этой ноге, да. Семерка на нампаде. Перекручиваем в сторону этой ноги. Так, здесь он может уже посмотреть как бы и вверх, потому что он уже поднялся. Возможно, даже в бок посмотреть. Потому что, ну, куда идти, мол, да? Так, А и прописка. Теперь на 60-м тройка на нампаде, единица на нампаде. Тазовую кость и руки, чтобы потом не подгонять, выбираем сразу. Подгоняем, подставляем. Так, опа. Вот, а видите, нога у меня поднята. Так. А нога у меня задрана и не попадает она на ступеньку. Почему? Потому что вот такая трагедия. Так, раз. Так, теперь выбираем руки. Выбираем нашего персонажа и заводим его, значит, вперед. Подводим на эту ногу. А эту ногу G приподнимаем. Так, R. Так, и желательно, смотрите, желательно, куда он пойдет, в какую сторону, чтобы у нас R, он, так, а ну-ка, семерка на нампаде, как бы тебя развернуть красиво так, да? Ну, давайте и ноги выберем, семерка на нампаде, R, разворачиваемся вот персонажа в сторону ходьбы будущей. Так, о, как же так же все произошло. Вот раз, видите, у него палец растянулся. Ну, не есть гуджи, да? Так, потому что я выбрал не ту косточку. Значит, выбираем аккуратненько. Выбираем на ноги. И семерка на нампаде. Так, еще нужно выбрать площадку, которая находится внизу. И семерка как бы вот это... Можно вообще-то площадкой это все довести. Но она, видите, только площадкой, она уходит
сдвигается с нашей конкретной анимации, ну, с точки, да, значит, эта площадка как бы не очень нам подходит. Значит, выбираем только ноги, аккуратно выбираем руки, не зацепляя какие-то там пальцы и другие детали. Вот здесь мы можем ее уже, значит, перевести, перекрутить, G перетянуть, и, значит, Alt G, Alt R опустить какие-то, значит, изменения, и G, так, G, значит, поставить ногу и на эту ногу перевести вес. Вот так вот. Так, таз. G. Прям на ногу переводим и руки добавляем вперед. Эту руку, значит, сюда. Эту руку, значит, туда. Локоть можно тоже переместить. Здесь тоже что-то перекрутить. И, значит, еще, наверное, таз вот этот сюда побольше. Так, рука сюда. Это сюда. Так, ну вот такой вариант, да? Тут уже все понятно, да, будет, что, значит, теперь нужно проход его сделать и те кадры, значит, на подъем сюда переписать. А, и прописка. Вот, видите, раз он выходит. В принципе, можно не показывать весь его путь туда. Можно показать, что они начали подниматься, допустим, героиня, и он по лестнице, и потом оказались, значит, в комнате. Потому что, ну, весь проход, я не знаю, нужно ли его показывать. В принципе, пойдет, да? Весь проход, в принципе, пойдет. Так, ну, вот раз, он все, он поднялся. Как сделать ему, допустим, проход анимации вот до той лестницы? Можно самому писать теперь, допустим, да? 20 кадров нам понадобится. 24 кадра где-то. Секунда там. Вот он здесь раз и сюда делает проход. Давайте посмотрим. Так, единица на нампаде. Так, выбираем, значит, руки. G. Упор на ногу. Эта нога, значит, поднимается. Значит, выбираем нашу вот эту вот руки, ноги. Так, и значит, что делаем? Делаем вот упор на эту ногу. Все, вот он сейчас. А, и ставит ногу. Ну как, поднял. Тут он теперь ее, смотрите, G бросает, да? Ну, чтобы он ее бросил, лучше идите от таза. Постоянно тазовыми костями крутите. Вот так вот. Раз. Вот. Хоп. А это значит можно приподнять. А эти значит с руками. Так, вот опять палец выбрал. Ctrl-Z. Бывает неудобство. Так, и значит R, А, И. Вот и получается, раз он хоп, поднялся, поднялся. Здесь что у него? Вот нехорошо, видите, что здесь он на ногу становится, а здесь у него две ноги стоит, да? Значит, если мы сейчас выберем английское А и удалим вот этот 60-й кадр, видите, у нас получается скольжение.
Значит, на 60-м кадре он, значит, так, что он переписываем. Он ставит ногу вот сюда. И, значит, тазовые у него поднимаются. Нога выпрямляется, но не сильно тогда. И получается, он начинает продолжение ходьбы. Вот так теперь. Ну, в смысле, хоп. Выбираем ноги. Выбираем руки. Выбираем таз. И семерка на нампаде. Мы его R докручиваем. Так, руку где-то какую-то назад, где-то какую-то вперед. Так, эту сюда, эту туда, допустим, да, пока. Так, ну, в принципе, все нормально. А, И. Так. Так, и тут еще сбился, значит, 55-й кадр. Вот сюда его. И. Так, а это, значит, нога у него. Ну, в принципе, что, нормально. Только теперь, видите, при переходе у него подъем вот этой ноги чуть-чуть сбивается. Так, не этой Ctrl-Z, а вот этой, которая должна подняться. Так, и чтобы он нормально, значит, тут уже, ну, как бы подъем, наверное, у него выравнивание идет. Ого, вот это я его выровнял. Так, тогда 65-й мы удаляем и смотрим. Здесь он, так, выбираем английское an. Так, Shift D, ставим его на 65-й и просто переделаем 65-й кадр, раз косяк такой вышел. Так, значит, у нас теперь G. Так. Эта штука у нас, так, семерка на нампаде. Вот неудобно вот эти вот делать, значит, анимации на какой-то локации. Куда, конечно, по пути его послал. Так, вот эти теперь семерка на нампаде, нужно R тоже докрутить до нашего тела. Так. Он тогда перекручивается. Не есть гуд. Кость возвращаем. Тогда. А, ну да, таз ровно. Все нормально. Так. И что получается? И пока. Так, скольжение потом уберется. И 70-й кадр тогда долой. Так, на 70-м кадре G. G, Alt, R. Ставим ногу. И значит, что еще? Так, G.
Так, семерка на нампаде. Что-то тут с перекруткой таза. А ну-ка. А, во. R нога докручивается. Так, так, так. И о. Как бы так бы, наверное. Ну-ка. А, и прописка. Так, на 75-м кадре. Так, а ну-ка, здесь. На 71-м, значит, Alt G Alt R. О. Alt G Alt R не работает. Что за фигня? Так, а ну-ка, R. Ну, пойдет, да? Прописка I. Тогда она не катит, да? Так, 75-й кадр. Ctrl. Так, ну ладно. Это неудобно, я не вижу вот этого всей картины. Вот тут на эту ногу он полностью становится. На эту ногу приподнимает, допустим, так. Так, а ну-ка. Поднимается, ну, в принципе, что, и попёр, да? Так, что у него тут походка как? Нога становится. Так, чуть-чуть скольжение. Уберем потом скольжение. И, значит, здесь он на 80-м кадре. G. Ногу ставит. И персонаж такой G на ногу становится. А эта нога докручивается, да? Тогда у него рука вот эта G сюда уходит. Это значит G сюда. Так, а ну-ка. G сюда уходит. И что-то я не пойму тут с тазом. А ну-ка. Alt G, Alt R. Ух, ё. Ctrl Z. Вот что плохо, когда площадка, рут, кость не там, где надо. Так, да? О, вроде бы я его чуть-чуть выровнял. Так, тогда вот так эта перекрутка работает. И колено подкручивается в эту сторону. А наш персонаж с руками должен как бы уйти на эту ногу. А, И. Ну, нормально. Так, что теперь он делает? Выбираем руки-ноги, то бишь таз. Тройка, единица на нампаде, G. Делаем упор на ногу. И вот эту ногу, значит, поднимаем. А, И, прописка. Потом на 90-м кадре выбираем нашего персонажа с руками. Тройка на нампаде, единица на нампаде. G. Уводим его дальше. И вот эту ногу уже ставим
Alt G, Alt R. Ногу ставим вот таким образом. Раз на пятку. Так, на пятку. И здесь, значит, семерка на нампаде. Мы его опять должны докрутить. Я его ядрить, копать. Так, а ну-ка. И вот эту ногу мы тоже должны G докрутить. И, значит, теперь вот этого персонажа довести на эту ногу, а эту ногу R перекрутить. И, значит, ее G приподнять. И тогда еще больше вот этот поворот. Вот такая доводка, да? А это тогда нога. А ну-ка, Alt G, Alt R. А эту ногу тогда R G. Это шиздец. Вот так как-то, да? Ну, сейчас будем шлифовать. Вот здесь вот это заторможение идет у него. Так, ну а здесь вроде бы что, нормально, да? И получается, теперь он должен перепасть, перевестись. А ну-ка. Семерка, так, единица на нампаде должен встать полностью на эту ногу, как бы выровняться, да? Нога должна выровняться. Так, R, чтобы она ровно была. Так, даже, ну да, нормально. И вот эта нога должна, значит, стать вот здесь вот, на подъем. А, И, грубый раскид, ну да, опуск-подъем, опуск-подъем. Так, а здесь мы попробуем это все дело обыграть. Значит, выберем всего нашего персонажа. Значит, где у него 30 кадров. 6D. И перетаскиваем их на сотый кадр. Так. 95-й. Нормально. И видите, он косиной заходит. Будем делать косиной его поворот. Так, а там перепишем потом предыдущий кадр, когда его ну, чуть-чуть развернет. Так, значит что? Что у нас с сотым кадром, значит, да? Так, сотый кадр мы удалим. Delete. Эти кадры... Так, G. Переведем на сотый. Где вот он ногу поднимает. Так. Здесь он, значит, как раз, видите, я эту ногу поднял. Вот. Правую. И как раз, видите, он тут с правой будет подниматься дальше. Но это уже будет задержка. Потому что нога поднята. А тут он уже, вот, наверное, сотый кадр мы все-таки удалим. Поставим 105 на сотый. Так, и тогда выбираем площадку. Так, поднимаем его сразу до верха. Перетаскиваем. Тлен-тлен. Семерка на нампаде. Смотрим, где он тут должен был быть. Докручиваем G его.
Так, единица на нампаде. Опускаем на какое-то место. А, и давайте посмотрим. Так, вот этот следующий делит. Так, 95-й. Примечаем, где стоит нога. И сотый. Передвигаем ногу сюда. И. Так, и семерка на нампаде. R. Перекручиваем. О, пойдет, да? Ну, попробуем. Девяносто пятый, видите, вот где вот переходы вот эти делаются между кадрами. Ну, это переписать не проблема, тут подогнать. Выбираем площадку, где он тут оказался. Так, раз. Площадку только переписываем. Так. Так, так, так. Ну, тут придется почаще, да? Переписать. А ну-ка. Так, потом дошлифуется, ладно, так. Что у нас получается дальше? Ну давайте теперь еще один поднимем, а потом может сам допишу, там два подъема, это ерунда. Так, теперь семерка на нампаде. R, просто мне нужно выровнять этого персонажа. Так, вот здесь уже придется постановку, значит, переписывать, да, там раз, сюда ее ставим. Вот эту ногу переписываем на 99-м кадре. Так, что ж тут за скольжение такое, а ну-ка. А, во, это значит 95-й.
Так. А ну-ка. Тогда вот эту ногу, а ну-ка, джи. Так, и значит здесь уже Ctrl-Z, выбираем нашего персонажа, вот эти руки, выбираем, значит, его таз. И, ох, видите, как нехорошо. Так, ну ладно, перетянем его чуть сюда. Эту ногу чуть сюда. Колено, давайте, G. Отведем это колено, тоже отведем. Пропишем А, И. И смотрим. Все, здесь у него перекрутка. В принципе, так она и будет. А ну-ка, чуть-чуть можно, значит, это делать сюда, подвести и. Все, дальше кадры, в принципе, наверное, не понадобятся. Все, я его выровнял. Это значит G. Так, А. О, вот они. Опа-на. А ну-ка, delete. Delete. Этот тогда G на 105. Вот видите, тут опять тряска пошла. Но дальше ее не должно быть, потому что, ну куда уже, да? Значит, эту ногу G ставим на ступеньку. Alt G, Alt R, выравниваем. Так, приподнимаем. Так, ну здесь уже нормально. Так, таз. Семерка на нампаде. Выбираем руки и опять же перекручиваем. R. В сторону вот этой ноги. Оп. А и прописка. Так, на 115-м. Вот тут бы уже тройку, видите, но здесь вот эти ступеньки будут мешать. Ну как, смотреть, их бы тоже удалить. Оставить только вот это, да? Так, и тогда G. Подъем. Нога тогда вот это сюда поднимается. Давайте G. Так, эта рука G как бы назад. Потом я руки перепропишу. И значит выбираем таз, выбираем руки. Так, тут чуть-чуть, значит, в эту сторону перекручиваем. А, И. Так, раз. Ну и 120-й. Так, единица на нампаде. Ох, видите, да? Что у меня тут получилось? А ну-ка. Не есть гуд. Вот так. И немножко, наверное, R в эту сторону. Все это исправится потом на шлифовке. Вот здесь, видите, тоже я завалил персонажа. Не есть хорошо. Потом все подправим. Так, и погнали дальше. Ладно, он все идет. Потом этот перевал сейчас уберу. На 125-м опять же поднимаем персонажа.
Так, это у нас тройка на нампаде. Здесь у нас получается Ctrl 3. Во, вот так будет нормально сочетание клавиш, чтобы нормально анимировать, да? Так, а ну-ка, теперь идет G. И нога опять же. Так, тут подъем или уже постановка. Так, А, И. Ага, на 130-м уже тогда постановка. Я тут вот тупанца еще включил. Так, 135-й теперь, значит, персонаж у нас поднимается выше, и нога, значит, у него просто так. В эту сторону, а он сам в эту сторону. На ногу упор. А, И. Так, вот у него тут на одном кадре идет завал прям конкретный, да? Так, вот он на ногу когда становится, он туда не должен на ногу смотреть, он должен, значит, вот сюда смотреть. И, значит, R перекручен. А куда он перекручен? Ну, правильно, в сторону ноги. А, И. Или переписка. Все, теперь сделать руки, отшлифовать эту анимацию, убрать где-то косяки. И смотрим, что в принципе получилось. Ставим 140 кадров. Включаем, значит, первый кадр и смотрим пробел. Вот на убрать вот здесь дергание, здесь вот раз. Нет, там вот нормально, вот дергание есть на одном кадре, где стыковочно, это прописать. Ну так, в принципе, если снимать, то в принципе и не видно. Так, теперь надо заняться руками, заняться телом, заняться головой, заняться вот этой вот перекруткой всей. Можно отшлифовать, все будет нормально. Так, вот такая подготовка, значит, к анимации. Теперь здесь будет шлифовка и потом уже будет... Значит, эта анимация применена, значит, к анимации еще гражданки. Сначала пойдет гражданка, а потом пойдет наш вот этот персонаж за ней, с задержкой. Все это снимется, как они поднимаются вот сюда, вот доходят. Барышня уже тут стоять будет, значит, тут будет дверь. И, в принципе, что? Вот уже какой-то... сюжет. Вот такая информация, вот такой процесс, значит, анимации подъема по ступенькам. Видите, вот нужно где-то ускорить, где-то чего-то как-то, где-то больше кадров добавить. В основном ломка идет вот на этих стыках, вот где стык пошел, вот сейчас он, видите, сейчас он поднимется. Раз, видите, да, вот он. Вот он уже здесь косяк. Вот это дергание. Потом идет, видите, нога у него выше. Он не стал куда надо. Тут вот нужно, вот здесь он становится. И вот отсюда получаются вот эти вот скольжения. Все эти скольжения, вот сейчас вот поближе вам покажу. Вот,
если брать обувь, то вот он, 60-й кадр. И вот они, видите, вот эти вот, здесь вот, вот оно скольжение ноги. Она должна мертво стоять. Вот так вот подъем нормальный-нормальный, потом переход, стык, потом у него, оп, вроде бы он как бы нормально пошел, засеменил, и там что у него происходит? Перекрутка, перекрутка, все. Там он как из-за того, что поломка вот эта вот, ну как стыковка прошла, вот у него тут нужно смотреть позвоночник, как он у него там работает. Нет ли хондроса, видите, ноги широко стоят. Получается, я ему тут должен вот таким вот образом сделать R, перекрутить сюда и G увести на эту ногу. А, И. Так, вот, внимательно смотрим, чтобы не состыковаться, не сделать кадры рядом. Тогда будет пляска вообще конкретная. Так, тут вот, видите, он становится. Но нужно вот так это все дело перенести, значит, это G сюда. Так, тут можно что-то приподнять. А это нога. А, и так и остается. И смотрим. Вот, уже здесь вот раз, он мягче, видите, поднимается как-то раз. Вот убрать вот здесь скольжение, вот. На этих вот, на стыковке. У него здесь, видите, вот, прям конкретно скользит. Вот здесь пляска у него началась. Получается, если выбрать вот эту штуку, площадку, и удалить вот эти кадры. Видите? Вот он, конкретный пролет получается. Это между 95-м и 100-м, где стыковались кадры. Вот эту вот пляску вот этой площадки нужно удалить. Вот. И когда она удалится, в принципе, что? Поднимается он нормально. Чуть где-то ускорить анимацию, где-то замедлить, где-то что-то подкорректировать. И получится, что не очень так-то и плохо. Бамс-бамс. Все. Персонаж пошел. Дин-дин-дин-дин-дин. Сейчас дадут ему хату. Так, вот такая вот информация. Уже тогда на готовой посмотрите, как оно будет. Когда сцены это скомпонуются, подъезд их к салуну, потом там встреча, значит, с этой госпожой, потом, значит, она его размещает в этой комнате для постоя. Ну, а там дальше уже посмотрим. Пока вот этот вариант. Итак, все, всем пока, до свидания.